Азербайджанский вор в законе Равшан Джаниев был коронован в июне 2001 года на сходке в Москве. Занимался крышеванием, рэкетом, вымогательствами. В 2003 году встал во главе азербайджанской криминальной группировки, базировавшейся в российской столице. Держал под своим контролем все овощные базы и точки по торговле зеленью в Москве, а потом и в России. Конфликтовал с азербайджанским влиятельным вором в законе Лоту Гули и дедом Хасаном. После ликвидации Усаяна в 2013 году был одним из первых подозреваемых. В августе в 2016 году Равшан Ленкоранский был ликвидирован в своей машине, пока его водитель ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке. Это произошло в Турции, в Стамбуле. Однако, опять же, ходят слухи, что на самом деле азербайджанский вор в законе жив, что, якобы его в ту ночь его спрятали ближайшие друзья, или даже в машине был его двойник, что несколько раз могилу законника пытались вскрыть и ее до сих пор охраняют. А тот факт, что авторитета опознал его родной брат, не имеет значения, ведь братья всегда прикрывали друг друга.